Понедельник. В маленьком селе городская жизнь кажется такой далекой. Ты смотри там, Катерина, в Москве. Держи ухо востро. Я хочу стать шеф-поваром самого престижного ресторана. А в большом городе нужно быть готовым к разочарованиям. Ты что, с неба свалилась? Нет, я ищу цепедовки. Но дав второй шанс, судьба способна его забрать. Глупая баба! Я убью тебя! Иди отсюда прочь! Как тяжело найти свое счастье, когда вокруг столько коварства. Ты проститутка не похожа. Да она вообще ни на что не похожа. Я женюсь на этом чучеле. А если она не захочет? Захочет. Доярка из Хацапетовки. В понедельник на ТВ Рус.